Есть в нашем регионе те, кто нарушает все возможные нормы, и административные, и санитарные. Это таксисты-нелегалы, занимающиеся междугородними перевозками. Людей они завлекают к себе, стоя на автостанциях в разных концах города. Добрый день. А скажите, пожалуйста, у вас есть разрешение на работу, на перевозку людей? Да. Вот год мой. То, что я ИП. Видим, вы без масок, без перчаток. Ну, я вот маски, перчатки, по закону пока такого нет, чтобы маски, перчатки одевать обязательно. Ну как, это обязательно? Ну, закон, я такого не видел, чтобы было. Сейчас пойду одену, я только вышел. Вышел за чаем из машины. Вон стоит, смотрите, машина, шашка стоит. Там тоже точно, конечно, подъезжали, сейчас разрешения нет. Вот рядом стоят машины. Серый Ларгус, так их 15 машин. Вон они. На той стороне стоят. А вы перевозчики? Нет, мы весь. А нам коллеги подсказали, что вы перевозчики. Нет, у вас они... есть какое-то разрешение на работу? Может быть, QR-код или еще что-то? Кто об этом сказал, точно? А вот ваши коллеги сказали. Все у нас есть. Ну, если в сказке читали, я просто стою, курю. А коллеги говорят, что вы нелегально работаете без QR-кода, без разрешения. Ах ты, Октай. Зачем? Вот читайте первоисточники Карла Маркса, Фридриха Энгельса. Там давно все написано, понимаете? То, что они говорят, пускай они говорят, что хотят. Ну, у вас есть какое-то разрешение на работу? Есть. Все у нас есть. Ну, можете показать. Показывать не будем. Так как... Не будем показывать. Пользуются спросом. Люди садятся, люди ездят, действительно. И много ездят. Перевозчик у нас легальный, у нас кто? Маршрут, который у нас чисто отправляется через кассу. Нет. Что у нас есть, например, там, которые чисто перевозки, они у нас там счастливятся, которые разрешены. Вы никак не боретесь с ними? Ну, а как с ними бороться? Меня в тюрьму за них должен посадить, я что им должен, как говорится, с ними физически расправно заниматься? С этим вопросом я обращался в 6-й отдел полиции. Угу. До сих пор мне никто ответ не дал по поводу этих тоже частных перевозчиков. Как они осуществляют перевозки? Все мы боремся с коронавирусом, частные перевозчики как возили, так и увозят. Никто их не контролирует, никто их не штрафует, никто их не останавливает. Они попросту заходят, забирают народ и увозят. Как сообщили нам в полиции, с нелегальными таксистами они борются, но всех остановить и выловить не в силах. К сожалению, таких перевозчиков сейчас достаточно много, которые не привозят граждан, не имея никаких лицензий. За истекший период 2020 года уже было выявлено более 40 подобных нарушений. Причем в 4 случаях транспортные средства были поставлены на охраняемые стоянки для того, чтобы пресечь административные правонарушения и для того, чтобы обеспечить проведение административного расследования.